Здрасте, блядь. Здрасте, потолок покрасть. Как? Опачки. Опачки. А ну-ка. Вот это вот клоунская расцветка для девочек. Челлендж на девятках? Да нет, нет челленджа, просто. Просто как-то, почему бы и нет. Тыщ, 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 тыщ. Ну тут тоже вон уже боты появляются, я уже по выстрелам слышу, что боты. Уже на европейском сервере. Надо раньше, ну, играть. Уже время, когда люди ко сну отходят. Ну, собери клонский сет для девочки. Получи плюс скорости бега. Нормальные бонусы, кстати. Ему жестко прям в моську влетело. Побежали. Вот интересно, а как ты выигрывал без брони и шлема? А тут мы ждем как новое чудо света. Ничего не понял. Как выигрывал? Брал и выигрывал. Ну без брони и шлема ты не... Я не хожу на ебало файтиться. Без брони и шлема позицию занял, все. Аккуратно в ней как бы находишься. А тут ты бегаешь наружу. Майор, спойлер, если ты бегаешь наружу, шанс отлететь немного выше.
Блять, смотрите, этот мир штопанный. Видите полосу? Видите, вот она вверх идет. Вот она, это левел штопается. Хоп, вот она вниз уходит. Это вот так вот склеенный мир. Ну да, с девяток, конечно, не убиться. Семерок там или пятерок бы убил. Блять. Ну да, свои соски, блин, попробуй. Тоже завали тут. Вау. Чего по тачке пострелял? Теперь я знаю, что он в кемпе. Опа. Блять, какая крыса вонючая. Какая мерзость, а. ВСС, конечно, уродскую сделал. 9.19 совсем не тот же самый. 9 миллиметров для УЗИ. Обалдеть. А коряк тот же самый, да, сделали лимосинку?
Грена полетит? Должна полететь. Эти, блин, хитрецы, конечно. Все, чел, у нас только одна тачка. Так тебе. Будешь знать, как приставать ко мне. Бля, серьезно? А почему я не мог стрелять, короче, на этом месте водительском? Ну, типа на пассажирском справа, я не мог высунуться из окна. А куда он поехал? Бать, ты куда? Ебать, там чел заблудился вообще жестко. Здесь нельзя вылезти, пиздец. Блять, откуда вы здесь за зоной-то все? Это не боты, это челы. Ну вот этот последний хз. Но чел в тачке вон ехал. Это чел был. Ботики тачки не юзают. Они не умеют. Слишком сложно.
сюда, Патрики, бля. Нихера он в Рикимару всадился. Сюда, бля. Нихера, почему я дыма не вижу здесь? Что? Ну-ка. Фига чего? Это здесь так дымы работают? В этой локе? Охереть. Не, не буду брать. Да, думаю, водички вообще хорошо. Дым по воду это водный, а не дым. А да? Ну, кстати, обалденная будка. Я отсюда вообще много чего детекчу. Да, конечно, на девятках в такой зоне такой себе. Надо было грозу взять. А то есть стримака грохнуло, грозу с него не забрал. У него гроза прям очень вкусная была. Хе-хе-хе. Там челик. Бля, ну меня тут закроют. Бля, пиздец. Здесь нельзя вообще находиться. Здесь вообще хрюк-пук полный. Бля, нахер я сюда вышел? Он в третьем ёбыче был? Нет, не в третьем. Блять, мне тут даже никак не задымиться, потому что вы помните, что с дымами тут происходит. Хотя вот здесь могу задымиться.
А вы слышите лягушек? Потому что тут жабки жабают. Жесть, блядь, еще 6 человек. Ну, вот так хорошо. Простите, но вы не добегаете. Мы так решили. Блять, а где вы там файтитесь? Блять, сука! Болотная жаба, блять. Сраная болотная жаба. Нихера он уверенно как вышел. Он что-то знал, что ли, или что? Мне такое не нравится. Блять, грустно. Вот это прям жаба. Она там просидела и в итоге меня убила. Жаба на девятках. На ВСС боковой прицел работает, да. ВСС это лучшая пушка, где используется боковой прицел. Потому что, ну, у нее свой прицел четверка. Хорошее название к ролику. Жаба на девятках, да. Эта жаба просто сидела здесь все время. Ну, нахуй, в голову получает. И отползает. Бля, я первую гранату не туда кинул, конечно. Ну откуда он знает, куда бежать? А если бы, блядь, я обходил справа? Он смотрит еще в мою сторону. Откуда, блядь, он знает? Блять, вот гандон. Он увидел, куда я пойду и начал зацеливаться туда наперед. Типа, слышит он меня слева? Так это гандон с щитами, блять. Ну-ка. Нифига, нормально он там заимел.
Смотри, блядь, приподнимает прицел, сука. Ага, конечно. Ты знаешь, где он. И прицел влево уводит. Блядь. Блядь, просто крыса. Понятно. Понятно тогда. Ебать! Да, это вонючая крыса, блядь, с читами. Вонючая крыса с читами. Именно поэтому он точно знал, куда я побежал. Ну, а ты не можешь... Ты в такой ситуации, когда получаешь ебало, захиливаешься, прилетает граната, ты не можешь так уверенно куда-то убежать. Я поэтому и удивился. А как он тут, вот тут уже оказался вот так уверенно? Типа, откуда он знал? Вдруг я, может, я по праву пошел бы пушить. А теперь я вижу, блядь, в чем дело. Ну что, что сказать? Я считаю тогда, что я победил. Ну, это мой 16-й килл. Потому что, ну, это не серьезно. Это не серьезно. А что он все это время делал? Он типа настолько пассивный читак, что он даже не пытался... Ебать, смотри, он реально зумится. Он выходит, он уже смотрит на типа. Он выходит, он уже смотрит на типа. Зумится в него, а потом такой, ой, блядь, там стена. Ой, ой, блядь. Сейчас подожду, пока он... И, блядь, на другого перевелся тоже за стеной. Ну да, здесь вообще без сомнений. Это без сомнений. Крыса вонючая, блядь. Что ж, ну такую катку можно залить чат. Можно залить чат. Там хотя бы, тут хотя бы видно, что это не позорное какое-то там отпустило, а что, ну это как? Что ты как, что ты с этим будешь делать? Ничего.